Morocco, London, Zoom, Ibiza. Hi, Vogue. Вот мои бьюти-секреты. Сегодня 20... Я не уверен, какое число. 25. Сегодня 25 августа. Уже почти ночь. Поэтому считай 26 августа. Я сейчас в Москве. Завтра я уезжаю в Липецк. Это мой родной город. И сегодня утром, когда я в такой спешке... У меня вообще, во-первых, у меня безумно загруженный день сегодня был. Произошло столько всего, что у меня пока что в голове даже не укладывается, что все, что сегодня произошло, произошло в отрезке 24 часов. Но я сегодня проснулся в 7 утра. Я сходил на почту, отправил оставшуюся часть посылок с моей распродажи, которую я провел буквально позавчера. После я встретился с Кириллом. После я вернулся домой. Я съездил в отделение СДЭКа, отправил большую посылку СДЭКом. Потом я сходил еще раз на почту. Потом я собрал чемодан, полил растения. И вот я в Москве. Я заселился, сходил в Азбуку, съел 3 пачки попкорна. We're not talking about it. И я не взял с собой камеру. Как вам такое? Как вам такое? Как вам такое? Мне кажется, что в этом видео слишком мало контекста в некоторых местах, поэтому я хочу немного его внести. Вы бы видели, как вы сейчас висите здесь? Вы не понимаете? Вот, наверное, не видно. У меня телефон приклеен к зеркалу изолентой. Бро. Завтра у меня до выезда несколько встреч. У меня в голове несколько встреч, потому что пока что у меня согласована только одна встреча, но организую несколько встреч. Я ни с кем не увиделся в Москве. Встреч не было. Потому что я не знаю, когда я еще в Москве буду. Лучший лайфхак, который я когда-либо получал от единственной и неповторимой Эммы Чемберлен. После заселения в отель вы идете в магазин и покупаете себе снеки. Потому что 12 ночи я могу поесть дыню. Лежу в кровати и не думать о том, что я хочу поесть, чтобы мне где заказать. Всем доброе утро. Я в Москве. Особых планов у меня здесь нет, но я 100% сейчас пойду куда-то завтракать. Я остановился в Сити, но я думаю, что я дойду куда-нибудь до Патриарших прудов. Вот это лучший напиток после воды. Это кокосовая вода с ананасовым соком. Ее почему-то перестали завозить в Петербург. Здесь контекст потерян абсолютно. Я собрался, после чего я выехал в Салют, где позавтракал. Это был не завтрак, это был бранч. По-моему, это было примерно 12 или час дня. После я прогулялся до Патриарших прудов, доехал до отеля, собрал вещи, которые мне нужно было собрать, и мы выехали в 5-6-часовую дорогу. В общем, суть в том, что начался наш роуд-трип, который длился 6 часов. Честно, я даже не понимаю, где мы, ну ладно.
Первый день мы проснулись, мы жили в одном номере с моей младшей сестрой, позавтракали, собрались, выехали на дачу бабушки и дедушки. Ты сфоткал и приносишь мне, показываешь, говорю, хлебушка, где это у меня такой цветок, покажи мне. А это, оказывается, какой-то маленький сорнячок, и ты его сфоткал, и он до того был красив. А вот если вот такую штучку... Ну, ты... Каждый сантиметр, вот мы как-то сидим, а дедушка говорит, вот давай, вот метр, я вот сейчас посчитаю, сколько здесь... разновидностей растений. Угу. Он насчитал такое количество, вот из каждого сантиметра. Я тебе помнишь, рисовал, я авокадо сажал, там уже он такой огромный росток. Сейчас тебе тоже покажу. Ледушку, ну или... Надо было бабушке один привезти. Несколько раз подошел ко мне. Бабушка, ну не приходит ежик, не приходит. Ты понимаешь, что я делаю? Мы с дедушкой живем вдвоем. И у нас тишина. Я несколько кругов вот до самого-самого, пока не смеркнет, схожу, чтобы вот впитать вот эту красоту. Я сегодня остался в гостях у бабушки с дедушкой. Изначально, когда мы решили ехать в Липецк, я сказал, что я хотел бы, в принципе, остаться у них. Но в конечном счете я остановился в отеле. И вчера мы приехали, я остался здесь. Я только что потрясающе вкусно позавтракал. Я приготовил овсяную кашу на молоке. Я не ел овсяную кашу на молоке очень давно. Кашу я ел с вареньем из красной смородины, которую сделала моя бабушка. Я съел дыню, которую моя бабушка с дедушкой вырастили в своем саду. Пью воду горячую с лимоном. Bro, I don't know, it's hard to talk for some reason. Здесь очень здорово находиться. Здесь очень простая жизнь. И за последние несколько лет жизни в Петербурге у меня ничего подобного не было. Я сюда приехал, я проснулся. Здесь нет сети. Здесь есть Wi-Fi, конечно, но два шага от дома, все. Ты отключен от мира. И это так здорово. То самое удивительное, я не был на даче у бабушки и дедушки примерно с 12 лет. Почему-то я был уверен, что я был здесь когда-то недавно. И мы вчера общались с бабушкой вечером, и она говорит, что да, последний раз ты был в районе 12-13 лет у нас. Я думаю, что? И здесь настолько все изменилось, потому что я помню, когда я был совсем ребенком, я приезжал сюда, я качался здесь на качелях, дедушка нам делал... бассейн, мы купались, и все кусты, все деревья, они были значительно меньше. И вчера, когда я приехал, все просто огромное, все громадное, и просто очень теплые ощущения от факта нахождения здесь. Просто когда ты живешь в большом городе, очень не хватает такого медленного ритма. Потому что сейчас я знаю, что я здесь буду до сегодняшнего вечера. И в течение дня я не буду ничего делать. Я просто буду ходить по саду, делать фотографии, смотреть старые вещи дедушки и бабушки. Старые фотографии, которые я с разрешения бабушки и дедушки забрал себе. Там было... 10 огромных пачек. Я взял себе чуть-чуть. Я их оцифровал и отправил им. Они были в восторге. Вчера я обнаружил у дедушки его старые виниловые пластинки. Я уже забрал себе несколько. Классическая французская музыка. Modern Talking. Забрал себе. И вечером вчера он подарил мне свою старую пленочную камеру. Сейчас я снимаю на свою Minolta. Я ее очень люблю, и она очень простая, потому что я нажимаю кнопочку, и все работает. А там просто... Я не умею такими камерами пользоваться, но мне очень-очень интересно на нее будет поснимать. Я чуть позже ее
покажу вам. Она в доме. Камеру я не показал, показываю сейчас. Fat B5, вот с таким потрясающим чехлом. И вот эти фотографии были сделаны на эту камеру, что весьма удивительно. Ну, Нюськина, у меня письмо. А вот еще Нюськина. Нет, у меня... Ну, здесь то... ну, это не она писала, но здесь здравствуй, Де Мороз. Мам, это ты Платоник Гуску говорила? Она настоящая! Мне интересно, хочу свою фотографию с автографом. Это что значит? Майка с усами. Это что такое? Это ты нарисовал? Да. Вот, это раздувается. Вот, а теперь он будет в дуновении ветерка раздувать его. Сейчас мы определим направление ветра. Он где-то с юга там тянет. Мы его поставим, чтобы он нас всех дурманил. Легко. Нравится тебе? Хочешь тебя? Кого? Питер. Кого? Кого? Питер. Бро, я сейчас отредактирую, мне так что я... Благодарю вас за просмотр. Я хотел бы сказать, покупайте мои проекты, покупайте мои продукты, подписывайтесь на все мои соцсети, но я это обычно не делаю. И проектов и продуктов у меня пока что нет. Так что увидимся с вами в следующем видео. Чао!